Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я увидел окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года четыре, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. И жену, удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхая, не сводили с окурочка глаз. Всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, падла, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. Честь твою зажигал я попойки, всех французским поил коньяком. Сам балдел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти под даме червей. Проиграл я и шмотки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я к вахте босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.